Многие их не любят, их часто вспоминают недобрым словом, но они, по сути, спасают жизни. Речь идет о камерах на дорогах. Сейчас по всей территории республики работает свыше 100 комплектов фотофиксации, но, к сожалению, даже такое количество не останавливает лихачей. За прошлый год в Карачаево-Черкесии в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 83 человека и почти 600 человек получили ранения различной степени тяжести. Причем большая часть ДТП случилась из-за несоблюдения скоростного режима. Эта проблема стоит остро, не случайно даже глава республики в ходе своего недавнего послания к жителям региона отметил необходимость усилить работу по снижению аварийности на дорогах. Так ли реально сложна ситуация, мы узнали у начальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений Руслана Бастанова. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как организована работа Центра автоматической фиксации административных нарушений и много ли камер установлено на дорогах республики? На территории Карачаево-Черкесской республики установлено стационарных комплексов 101 комплекс и один комплекс мобильный. В городе Черкесске используется, который фиксирует нарушение правил парковки. За время использования, в 2016 году у нас были первый раз установлены комплексы, по настоящее время они все используются, они показали эффективность, то есть 17 мест на сегодняшний день, где установлены комплексы, за 2021, за 2022 и 6 месяцев текущего года не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. То есть комплексы показывают свою эффективность. 17 очагов ликвидировано. Объясните, пожалуйста, как работают камеры, каков принцип? Когда обновляются, вот сами видим, законодательство меняется, госномера, маркировка госномеров меняется, иностранные госномера, соответственно, как что-то меняется, на самих комплексах тоже меняется программное обеспечение, чтобы можно было фиксировать те или иные виды нарушений, либо те или иные госномера. А сама работа происходит следующим образом. То есть комплекс фото-видеофиксации фиксирует административное правонарушение. Сразу в онлайн-режиме скидывает, направляется информация с комплекса в программное обеспечение паутина. И в дальнейшем сотрудники центра обрабатывают данную информацию и выносят постановление. Как в целом ведут себя на дорогах автомобилисты и какие самые распространенные правонарушения? Ежегодно как бы, количество вынесенных постановлений растет. Если брать пример, вот, например, 500 в прошлом году, за 22 год, вынесено более 500 тысяч постановлений. Но основная цель применения комплексов – это не количество выявленных нарушений, либо привлеченных к ответственности людей. Основная цель – это снижение количества дорожно-транспортных происшествий на местах, где они установлены. Также снижение количество выявленных нарушений. То есть комплекс показывает свою эффективность, оценивается по двум критериям. То есть снижение количества выявленных нарушений и снижение количества дорожно-транспортных происшествий на данном участке. Основной вид выявляемых нарушений комплексом видеофиксации является это превышение скоростного режима, также выезд на полосу встречного движения. Объясните, пожалуйста, алгоритм, кто и как решает, где установить камеру. Места, где планируется устанавливать комплексы, определяются собственником автомобильных дорог. Проводится на основании анализа дорожно-транспортного происшествия. После определения мест собственником автомобильной дороги направляется для согласования в адрес госавтоинспекции данные места. Госавтоинспекция, в свою очередь, проводит анализ. Если согласны, они согласовывают. И после этого направляется в адрес правительства данные места для того, чтобы они рассмотрели указанные места для установки комплексов. И когда устанавливается, перед тем, как установить комплексы, представитель от правительства, представитель от госавтоинспекции, также представитель автомобильной дороги выезжают на место, где будет выставляться комплекс, какого типа комплекс применять на данном участке, чтобы даст более эффективность, чтобы понять, какие виды именно нарушений влияют именно на дорожно-транспортные происшествия. Когда вот это все определяется, после этого уже актом согласовывается, после этого правительством субъекта приобретается комплекс и устанавливается на данном месте комплекс фото-видеофиксации соответствующего типу и как бы выявляющий конкретные виды нарушения.
которые влияют на аварийность. Объясните, как лучше и проще всего оплатить, и можно ли оспорить? Если человеку придет постановление фото-видеофиксации, если он с чем-то не согласен, он может это постановление обжаловать на сайте госуслуг, на сайте ГИБДД, также может обратиться к нам, прийти и написать жалобу именно с чем он не согласен в этом постановлении. Если его несогласие будет обосновано, соответственно, постановление будет отменено. После вынесения постановлений, самое удобное это оплатить в течение 20 дней с 50% скидкой. Некоторые статьи позволяют оплачивать 50% скидкой. Можно оплатить точно так же на сайте госуслуг, можно оплатить через сайт госавтоинспекции, можно любое через банковское учреждение оплатить. Если, соответственно, человек не оплачивает в течение 20 дней, со дня вынесения у него есть возможность в течение 60 дней оплатить уже полной суммой. Полную сумму оплачивает штраф. Если человек не оплачивает, тогда по истечению указанного периода постановление направляется в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Ну и последнее, что бы вы хотели пожелать от своего имени автомобилистам, пешеходам, вообще в целом жителям Карачаево-Черкесии? Автолюбителям и пешеходам хотелось бы порекомендовать: соблюдайте правила дорожного движения, проявляйте взаимное уважение и берегите себя и своих близких.